Привет, друзья, как-то не идет у меня этот видос, уже какой дубль делаю, как-то никак не могу сконцентрироваться. Хочу сделать вот такое мотивирующее видео, чтобы вы захотели заниматься, ну, например, тем же Ютубом, чтобы вы занимались любимым делом и могли на этом зарабатывать. Вот, и хочу сейчас поведать вам про стримы. Стримы — это, то есть, ведение в прямом эфире чего-либо, да, то есть, либо просто общение со зрителями, либо в основном эти делают игровые каналы. Ну, игровые каналы, если честно, чем-то полезным таким не считаю, потому что они, ну, просто сидят, играют, никакую полезность не несут и, собственно говоря, тратят и ваше время, ну, по крайней мере, я так считаю. Вот, но стримы проводят не только игровые каналы, также некоторые каналы проводят, которые, ну, несут что-то действительно полезное, делают классные видосы. И вот я не пожалел времени, посидел, посмотрел один стрим. То есть во время стрима в основном прилетают какие-то донаты, да, от ваших зрителей, от ваших поклонников. То есть там можно, чтобы в прямом эфире вылезло какое-то сообщение, чтобы его все почитали. Вот, какая-то денежка капает вашему, грубо говоря, как сказать, ведущему этого канала капает, да, так скажем, на развитие. И это сообщение все читают. Вот, посидел я, посмотрел стрим одного блогера. Он прям вот классный. То есть это видео не то чтобы, да, я в какой-то степени завидую, а оно сделано для того, что можно заработать не только каким-то срачем, да, как, например, вот, ну, не знаю, там, Дневник Хача, вот у него там и контору он там какую-то свою открыл по продвижению вот этих YouTube-каналов. То есть и придумывают всякую чушь, что там, чтобы за бабки там девчонки раздевались, то, извините меня, как этот Афоня, по-моему, да, там, блин, говном кого-то кормить. Ну, вот это дерьмо, извините меня, но набирают зато кучу просмотров, и все прям радуются. Вот, можно заработать без этого, нужно делать хороший, качественный контент. Я, если честно, ну, не могу столько времени пока уделить, чтобы сделать прям все круто, все классно, все как хочется. Я, конечно, помаленьку стремлюсь. Вот прикупил сейчас стабилизатор, надо все это дело осваивать. Надеюсь, в новом году будут у меня какие-то, ну, более интересные и более, так скажем, более видео... Короче, лучше будет видео. Я так считаю. Буду стараться улучшить свой контент. Вот, и то есть, вот человек за 2 года, делая хорошие, классные видосы, делая классный монтаж, делая классную картинку, то есть он набрал аудитории реально, да, и вот проводил стрим. Я все вот это дело посчитал, сколько ему надонатили. Ребята, 98 тысяч почти. Ну, это же крутяк. Это крутяк, что человек, делая хорошее дело, творческий человек, человек с руками, делая классный монтаж, несет вот что-то хорошее на YouTube, да, а не всякую фигню. И ему народ столько надонатил. Это классно. Ребят, поэтому занимайтесь, если у вас есть какая-то творческая жилка, если вам хочется что-то делать, то начните с Нового года, не откладывайте. Если вопросы какие-то будут, ну, например, те же теги подбирать, мне много кто ВКонтакте пишет, у меня платная программка, я без проблем вам теги подберу. Вот, ну все, в принципе, до новых встреч. Надеюсь, я вас смотивировал, поэтому делайте что-нибудь хорошее только. Всякую фигню не записывайте. Всем пока.